Поли, Поль, Поли, ты еще, Поль, покажи свою морду. Американского. Поли, 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 Поли. Поли. Иди. Не хватает на этой видеокамере. Да, она вся там. Ага. Ну, это пока. Давай, давай. Да, хоту, вот там на да, да, хорошо. Поле. А это-то принтер. Борзы не поставить за механического зайца. Я думаю, он справится. Такой, да? О, гонять, не гонять. Гонять, да, да. Видишь, люди такой. Он ничего не мешает. Такой уши одни. А это тоже такая. Все, да? Все? Все? Вот она еще на дачу сегодня набегала с 7 утра, конечно, она устала, ну, носилась там в гонке с одного участка на другую. Просто бегала и все? Ну, пройдет, а, вот она бегает за цели, да. Вот вокруг дома и наярила. Ну, с ним так и бегала, конечно. Вот это все. И она сдачи даст. У меня две собаки дома еще маленькие. Я вот боюсь, чтобы она вот. Ну, а она своих не тронет. Все своими у нее стая. Они это хорошо понимают. Тем более нас еще понимают. У них это параметры очень жесткие. Да, а вот это надо строить иногда. Посмотрите. И что даже? Заведя ротвейлера, понимаешь, еще ее охраняют. Я ее. Тебе даже колет сверху. Я на таран пойду. Он доволен. Он от него отключился. Это не таран, это где бы еще. А потому что не так нельзя приехать. Рулетка взяла. У меня есть маленькая рулетка, а маленькая собака. Это наш был щенком. Он не совсем маленький. Ну, чиба. Я вам говорю, не будь старый, ленивый. Решите, вам маленькая собачка нужна. Слышите, Света? Прямо, куда мы сходили? Дом дали? Да. О, шипетало чуть-чуть. Да, у вас проблемы, вам надо его выбегивать, иначе он у вас будет агрессировать. То есть он уже начал агрессировать, видите? Но пока он тупо агрессирует так, знаешь, вот это. А через пол... Дима, что ты делаешь? Мария. Мария.